Приветствую вас, дамы и господа. Поздравляю вас с наступившим 2024 годом. Также поздравляю вас со своим днем рождения. Не все заметили, что он был. Но знаете, что 5 января у вашего любимого стримера был день рождения. Также поздравляю вас с Рождеством. А в этом видео я вам расскажу про предзаказ, который называется «Ария Феникса». Я про это уже делал видео, но пока подробностей никаких не было до сегодняшнего дня. И вот уже стартовал предзаказ с 8 января по 24 января 3 часа ночи МСК. Все содержимое набора будет начислено при первом входе в игру с 24 января по 31 декабря 2024 года. То есть, если вы купили какой-то пакет, то до конца этого года при первом входе он вам будет начислен. Основная продажа будет открыта с 24 января с выходом обновления по 4 февраля. Я так понял, что новогодний ангар, украшенный в честь этой коллаборации, будет у нас как раз таки до 4 февраля. Итак, по предзаказу у нас доступно несколько вариантов. Самый большой — это все сразу, который стоит 5507 рублей. Что мы в этом самом дорогом наборе получаем? Прем-танк, объект 703-2, Феникс, экипаж, командир, наводчик, мехот, радист, заряжающий и второй командир Жорик. Мне, кстати, озвучка больше всего с Жориком понравилась. Можете зайти на сайте послушать. Наконец-то озвучка приятная, без всяких дебильных эффектов, как это делали ранее. 2D стиль на крыльях свободы, слот в ангаре, 6 надписей, нашивка, еще 100% бонусный экипаж. Интересно, зачем нам бонусный 100% экипаж, если в этом же наборе мы получаем целый набор уникальных членов экипажа. Ну, может быть, для тех, кто не хочет их использовать. Также 30 дней према и 30 резервов на серебро. Набор, конечно, большой и дорогой. Самое дорогое, что в этом есть, это экипаж и танк. Если покупать отдельно только танк, то у нас получается намного дешевле — 1919 рублей. Я думаю, что это, наверное, будет самый популярный набор. В него входит танк, 2D стиль на крыльях свободы. Кстати, очень красивый 2D стиль, на мой личный взгляд. Слот в ангаре, 6 надписей, 100% экипаж, 10 дней прем-аккаунта. Также еще 10 резервов на серебро. Вот этот вот набор за 1919 с танком, еще и с бонусами, лично, на мой взгляд, самый лучший. Один член экипажа отдельно стоит 577 рублей. А вот Жорик — 702 рубля. Я так понимаю, Жорик — это талисман группы Ария. Если я не прав, поправьте меня в комментариях. Я не особо в этом разбираюсь. Но я так понимаю, это выдуманный персонаж. Очевидно же. И на мой взгляд, у него прикольная озвучка. Также есть еще отдельно 2D стиль за 156 рублей на крыльях свободы. Но он же уже и идет в наборе с танком за 1919. Какие наборы лично я куплю, чтобы вам показать на стриме, когда выйдет этот патч? Я возьму, понятное дело, танк за 1919 рублей и, наверное, Жорика. Я еще хотел взять 2D стиль, но зачем его брать, если он уже и так идет в наборе с танком? Не путайте, 2D стиль — это отдельный на крыльях свободы, а 3D стиль — он тоже идет на этот танк в наборе с танком. Если покупать всех членов экипажа в одном наборе, то это будет стоить 3588 рублей. Там еще и с бонусами, всякими резервами, днями према и так далее. На мой взгляд, за экипаж, хоть и с бонусами, отдавать 3600 – это что-то много. Отдельно каждого по 577 рублей брать – тоже что-то, лично мне кажется, дороговато. Я не являюсь каким-то фанатом этой группы, отношусь к ней максимально нейтрально. Неплохо, нехорошо. Некоторые песни и арии я слушал, в принципе, норм. Поэтому покупать их всех я лично не хочу. Но танк я куплю, и Жорика просто по приколу, пускай там на озвучке что-то побухтит, а мы на стриме послушаем, может, что-то там прикольное будет. Покупать это или нет, решайте сами. Как только у меня будет возможность покатать этот танк, я его обязательно вам покажу на стриме и сделаю видос. Если заранее можно будет этот танк покатать, я вам покажу заранее, если нет, когда выйдет патч 24 января, я вам сразу этот танк покажу. Объект 703 вариант 2, я рассказывал про него в прошлом видео, одном из прошлых видео. В принципе, танчик вроде как должен быть норм. Так ли это, узнаем, когда я на нем покатаю. Можете написать в комментариях свое мнение про этот предзаказ. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня, увидимся, пока.